Привет, зрители! Что сегодня сулят звезды? Овен, сегодня будет спокойный день, который вы проведете в кругу семьи. Стоит хорошенько отдохнуть, ведь следующая неделя выдастся нелегкой. Сегодня старайтесь наслаждаться днем и не идти на конфликты с людьми. Телец, вам нужно взять себя в руки и закончить наконец-то проект, который вы начали достаточно давно, но бросили посередине. Никто за вас этого не сделает, а это важно. Близнецы, у вас возникнет неприятная ситуация с вашей пассией. Важно будет прислушаться друг к другу и не тянуть одеяло на себя. Возможно, конфликт будет закончен до того, как начнется. Рак, на работе вас ожидает что-то довольно новое и интересное. Возможно, ожидается новый проект, который поведете именно вы. Лев, сегодня вы будете стремиться помочь вашему знакомому, который вам очень импонирует как человек, но это стремление приведет вас в тупик, так как ваша помощь затянется надолго и вам придется отменить важные планы на вечер. Дева, сегодня вам стоит следить за перепадами вашего настроения, вам будет сложно сдерживать свою злость и агрессию, но без вежливого отношения день пройдет зря. Весы. Сегодня вас ожидает эмоциональное возбуждение. То, чего вы так долго ждали, наконец-то будет в ваших руках, но стоит еще немножечко потерпеть. Скорпион. Сегодня вам предстоит принять важное решение в личной жизни. Стоит подумать не только о себе, но и о том, что же чувствует ваш любимый человек. Если вам сложно принять это решение, возьмите еще время. Стрелец, сегодня вам предстоит перепланировка в доме. Целый день вы будете трудиться в поте лица для улучшения вашей бытовой жизни, и все получится. Козерог, последнее время вы были заняты мыслями, которые мучили и заставляли вас принять ненужное решение. Вы искали себя и были замкнуты. Это довольно подпортило отношения между вами и вашей пассией. Стоит взять себя в руки и начать действовать в обратном направлении. Водолей. Ваша пассия сегодня в плохом настроении, что заставляет и вас быть в расстроенных чувствах. Следите за словами и будьте терпеливы, вам предстоит сложный вечер. Рыбы. Сегодня перед вами встанет выбор. Звезды советуют не слушать разум, который всегда преобладает в предстоящих решениях. Послушайте сердце. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно», странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.